Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня я расскажу о том, как подкармливаю свою рассаду. Разочарую вас. Стараюсь рассаду не подкармливать. Во-первых, потому что не понимаю, зачем она и так нормально растет. И во-вторых, да простят меня мои соседи. Накормленная, холеная рассада выглядит отлично, но приживается хуже. Болеет сильнее и урожай дает меньше. Вот такой парадокс. Хотя почему парадокс? Растения должны уметь самостоятельно жить, выживать, бороться, если хотите, за свое существование и за свое потомство. А урожай – это и есть их потомство. В прошлом году сняла фильм о том, что стало с перцем без подкормки. Посмотрите, ссылку оставлю в конце фильма. Понимаю, что это не популярная точка зрения, но, как говорится, чем богаты. И да, чего уж там, некоторые растения я все-таки подкармливаю. Например, эустому. Эустома растет очень медленно, без нашей помощи ей в год посадки не зацвести. И когда я готовлю подкормку для эустомы, то делаю это с запасом. Сначала подкармливаю эустому, а то, что остается, разбавляю в 2-3 раза, так, чтобы хватило на всю остальную рассаду. Получается совсем микроскопическая доза подкормки. Никаких специальных препаратов не покупаю. Всю подкормку готовлю из подручных натуральных продуктов. Подкармливаю один раз в неделю, подкормки чередую, их у меня около 9-10. Первая подкормка – это компост. Беру 1 столовую ложку компоста, заливаю литром воды, настаиваю сутки. Получается легкое, ненасыщенное удобрение. Далее процеживаю и поливаю полученным раствором эустому по 1 столовой ложке на растение. После чего остается примерно 800 мл. И я вливаю их в 2-литровую бутылку. И этим так называемым удобрением поливаю рассаду и цветы. Но если вы видите, что ваша рассада нуждается в подкормке, то можно подкормить ее неразбавленным раствором, также по 1 столовой ложке на растение. Вторая подкормка – яичная скорлупа. Беру 6 скорлупок сырых невареных яиц. Измельчаю и заливаю литром воды. Настаиваю 3-4 дня. Не жду, когда появится запах, поливаю. В интернете есть рекомендация настаивать яичную скорлупу 2 недели. Через 2 недели настой протухнет, тогда его нужно разбавлять водой 1:3 и поливать рассаду. Нет уж, извините, я настаиваю 3-4 дня и поливаю неразбавленным. Третья подкормка – зола. Золой поливаю всю рассаду, а не по остаточному принципу, поливаю примерно 1 раз в месяц. Это чтобы в первую очередь почва не закисла. Надо взять опять 1 столовую ложку золы на 1 литр воды, залить кипятком и оставить на сутки или больше, как получится. И поливаю по влажной земле 1 столовая ложка раствора на 1 растение. Но это если в первый раз. В следующие разы поступаю так. Беру литровую бутылку с водой и наливаю примерно 100 мл этого зольного раствора. И поливаю уже не дозированно, то есть ничего не отмеряю, а просто поливаю, как будто это обычная вода. Особенно зольный раствор любит перец, так как перец калия люб. Четвертая подкормка, будете смеяться, это пиво. И даже не само пиво, а то, что осталось в пивной бутылке. Беру 0,5-литровую бутылку только что выпитого пива. На дне всегда остается несколько капель. Заливаю водой. И этой пивной водой поливаю рассаду. Пятая подкормка, кефир. Аналогично, как в случае с пивом, с той лишь разницей, что литровую бутылку из-под только что выпитого кефира заливаю водой, как следует встряхиваю, и эту кефирную воду разбавляю еще в 2 раза. Шестая подкормка – спитой чай. Здесь много зависит от сорта. Использованную заварку снова заливаю кипятком. И эту чашку спитого чая добавляю в 1 литр воды. Если заварка слишком крепкая, то разбавляю до тех пор, пока вода для полива не станет совсем бледной. Этой подкормкой сильно не увлекаюсь, использую всего 2 раза. Седьмая подкормка – настойка бананов. Беру шкурку 1 свежего банана на 1 литр воды, настаиваю 3 дня.
процеживаю, добавляю еще 1 литр воды. Совсем жидкая получается настойка. Поливаю. Но в интернете в последнее время появилась информация, что банановые корки не всегда безопасны. Поэтому в этом сезоне эту подкормку пропущу, а в следующем году посмотрю. Вдруг появится новый пророк-ученый, который скажет, что банановые корки – это круто. Восьмая подкормка – хлебные корочки. Где-то давным-давно узнала, что в корке хлеба калорий в 2 раза больше, чем в мякоти. Поэтому, когда ем черный хлеб, то корочки обрезаю, собираю, высушиваю и использую для подкормки рассады. Емкость заполняю на 2/3 корочками черного хлеба. Настаиваю неделю. Нет корочек, не на чем показать. Далее разбавляю 1:3. И 9-я подкормка – сухая крапива. Летом собираю крапиву, обрываю листочки и сушу. Ее потребуется для ранней весенней подкормки рассады всего-то пару горстей. Я беру столовую ложку крапивы без верха или просто горсточку на 1 литр кипятка. Настаиваю сутки, процеживаю и поливаю неразбавленным. Есть еще и 10-я подкормка. Когда чищу морковки, беру очистки 3 морковок, заливаю 1 литр воды. Настаиваю 2 дня и этим настоем неразбавленным поливаю рассаду. Правда. Вот такие бесхитростные подкормки использую для рассады. Они настолько неконцентрированные, малонасыщенные, что их подкормкой-то трудно назвать. Так. Подготовка рассады к взрослой жизни. Все эти подкормки, кроме компостной и зольной, можно пробовать на вкус. Уверяю вас, вкуса почти не почувствуете. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе.